Ермаков, Шереметьев, белый главарь. Можно? Пожалуйста. Очень опасный преступник. О, какая отвратительная рожа. Я недавно на охоту съездил тут пару дней назад. Ну, нормально поохотились. Никто ничего не помнит. Ну, все в пополаме были, как всегда. А я фотоаппарат взял и так щелкал компромат, ребят, для освежения памяти. Ну, пока в силах был, щелкал. А сейчас вот напечатал фотки, интересно же глянуть, что тут получилось. Буду шантажировать дядек своих, чтоб женам что, если что, да? О, и сразу я. Это классная фотка. Это я с кабаном фотографировался. Классный ракурс. Вот я, вот кабан. А нет. Тут непонятно, тут оба не бриты, оба в тельняшках. А, это кабан нас с братом фотографировал. Ёлки-палки, непонятно сразу. О, это Илья, чудик. Стоит, как гарнир с бутылкой во рту. Слушай, красавец. Он же недавно узнал, что все женщины ждут принца на белом коне. Майку одел, написал фломастером «Принц». Наташке Давыдовой пришел, говорит: «Принца ждешь на белом коне?» Она говорит: «Да». Он говорит: «Я здесь». Она говорит: «А где принц?» На место так, раз. А это кто, синий весь? Замерзший мужик какой-то. Вроде лето. Это Санька авторитет на колках стоит, синий весь. Нормальный мужик, недавно, кстати, женился. Ну, моей бабой сестру взял. Тоже бабу. Так смешно, две сестры, обе бабы. Гришка в кустах затаился. Взгляд сосредоточенный такой. А не, какая засада. Желудком у него проблема. Не, ничего страшного. Мы с Лехой в гараже мотоцикл делали. Ну, ясно, что пили. Что, мотоцикл, что ли, пришел делать? Да и не было мотоцикла никакого. А Гриня пришел, не здоровкавшись нашим, все, выпил сразу. И закусил тут же, с верстака полбанки повидла смел. А это солидол был. О, Егор на спине бугор. Наш любимый парень. Кузнечиков ловит. Раньше ж тоже любитель был большой. Ну, мы к экстрасенсу повели его. Тот его заколдовал, все, сейчас на водку смотреть не может. Закрытыми глазами жрет ее и все. Он вообще странный, я сейчас зашел, он брюки гладит и орет. Прям утюгом гладит и орет брюки такой. Привычка идиотская у него брюки на себе гладить. Коля Зюкин в зубах ружьем ковыряется. Все удивляется, как его баба узнает, что он подал. А что его узнавать? Он когда бухой пальто в трусы заправляет. Он на фотке так же и стоит. О. Женьку мужики прут всемиром в речку. Орет, хлебью все распахнул. А, я знаю, как он орет. Воды боится, как огня. В прошлом году уж мы рыбу глушили. А он здорово в речку поперся. Ну, ему динамитом все части организма оторвало. Одну часть так и не нашли. Хорошо, его баба сказала, что она этой части до взрыва не замечала. Пошел компромат. А, я сплю, валяюсь в позе бегущего. Слушай, ну кошмар, руки связали. Под башку бутылку пустую положили. Убью, если узнать, кто сделал. А это что такое? За бабой за какой-то мужики наши бегают. Ну, молодцы, ковбои, слушай. Кошмар тут поближе. А баба с одним целуется, а с другим тут... Смотреть даже стыдно, честно. Где они в лесу откопали только? Там же кроме моей Нюрки не было никого. Извините, я пойду потом досмотрю.